Итак, здорово всем, я продолжаю прохождение Resident Evil 4 на специалисте. Это уже второй сезон, третья серия. Итак, мы остановились на том, что попали в замок, поговорили с Могу Плеем, которого еще называют Салазар, и решили ему, как бы говорится, ну, пройти вперед, но он закрыл доступ к этому проходу. Нужно найти эти детали, чтобы его открыть. Мы сейчас в их поиске. У нас тут Эшли, прикольный был. Была прошлая часть. Мы победили Росомаху, там у них дебилов возле замка во дворе. Прикольно, я был с капелькой жизни, блин. Так, извините. Пашенди, прости. Итак, сейчас будет один очень такой тяжелый момент, который пройти очень тяжело. Хотя, помню, я его на средней проходил. Ну, как будто на специалисте, только один Пашенди знает, так он один-то и проходил, собственно говоря. Ну что же, мы идем. Момент действительно очень тяжелый. Сейчас будет с нами тут бежать, тут все, тут... Мы просто бежим. Просто бежим тут. И тактика такова, нужно забежать в одну комнату. И оттуда всех их отстреливать, потому что... Если мы будем отстреливать их здесь, то они нас окружат с двух сторон или даже с трех, с четырех, и нам будет карандец, короче, одним словом. Мы просто тут вот их дожидаемся, этих придурков. Просто тут их ждем. Так вот отстреливаем каждого идиота-койота. И все норм. Что-то мне чуть это проседает. Наверное, потому что локация большая. Но это ничего страшного. Дович попался. Ой. На карту. Вот сейчас нужно достать, в общем, красную гранату. Эшли, иди ты сюда. Не понимаешь, что опасно. Порыло. Хочет тупо стоит вот здесь. Я сейчас нажму на Z. В общем, я не знаю, мальчик, будут ли в этой серии ролики. Я не знаю. Но я думаю, что будет. Блин, у нас слышь. Один патрон от винтовки. Это, конечно, крайне хреново. Ё-моё. Ну ничего. Пипец, мы должны вообще до зеленого подняться, а чё так плохо поднялось? Куда он побежал? Я не помню, что застал, что ли? Что за этого дебила, блин, порылого. Я так и знал. Что мне еще оставалось делать? Конечно, мне нужны луки. И у меня тут одно небольшое затруднение. У меня мало патронов. Мало патронов. Очень мало. У меня критическая ситуация. И нужно, в общем, сейчас их как-то пополнять. Так, мы вот так делаем. Блин, ну тупые дебилы, ну что вы мешаете мне открыть? Иди отсюда, тупорылый. Так, ну а тебе прям под челюсть. Ну блин, ты что такое-то? Блин. Сволочь. Ну куда ты так столько жить? Не замучишься жить. Опа, не слипнется. Я делаю вот так. У нас открывается рычаг, с помощью которого мы должны открыть мост. Сделать мост и подняться на вторую ступень. И у нас такая очень хреновая ситуация. У меня всего лишь осталась одна зеленая трава. 25
патронов от ружья. Так. 175 патронов от пистолета-пулемета и 1 патрон от винтовки. Это крайне хреново. Я могу даже сказать почему, хотя любой это даже знает. О, еще патроны. Мне нужны как никогда. Кстати, эти дебилы еще прыгают вот отсюда. Они еще прыгают. Так что лучше их беречь, они могут вернуться. Еще лучники сохранились. Так, блин, ты задолбал, иди ты нафиг. Я дверь открывал, я в скрипте был тупорылый. Дебил, я в скрипте был, он меня как-то побил. Есть вот такие дебилы, блин, в скрипте бьют. Ну не можешь ты меня в скрипте побить. Насмелился меня, блин, бить в скрипте, дебил. Бежим. Блин, да это я чисто случайно сдох. Просто вот так вот отмахиваемся. Как говорится, отмахиваемся от насильников наших. Эшли, не стой на одном и том же месте. Думаю, я как раз именно этот момент и пройду, блин, до второго раза. Подыхаю. Это уже перебор, ребята. Мы совсем охренели. Я могу сказать почему. Хотя вы знаете, что полные головорезы, блин. Пипец, сколько у вас тут есть-то, идите вы от меня. Педики. Уходите. Вот и подыхайте. Перематываем, ну, блин, ну вот я буду это смотреть, да? Очень интересно, знаете. Смотрите, как эти дебилы выбегают. Я слышу лучников, старых добрых лучников. Так, берем. Что? А что-то она говорит хелп, когда ее даже не схватили. Что так у тебя? Да пошел ты. Прям по твоей тупорылой челюсти. На. Ты куда столько выдержит? Надо быть полным гигантом, самцом, блин, все выдержит, чтобы попадать. Хотя у меня, кстати, сейчас довольно мало патронов от пистолета, но да пофиг. Вот сейчас лучше вот эти вот кувшины сбить, так как пока я буду их ножом, блин, сбивать, меня, блин, эти дебилы успеют уже покалечить, сволочи. Так вот делаем просто. Ты сейчас по Шенди будешь ржать, так как у меня мало всего. И патронов, и аптечек, ну да пофиг, накоплю. Да идите же вы уже сюда. Ну вот специально, вот их нет, я открываю, он появляется. Ну вот не дебил вообще, а. Тупой, рыбак. Тупорылый рыбак. Так иди ты. Блин. Пошел. Блин, да любой бы человек на твоем месте уже у него башка бы раскололась такого треска. Чего ты не посмеешь? Сейчас я хотел бы, конечно, использовать пистолет, но придется уже так делать очень быстро.
блин, почему от них ничего... Блин, какой нафиг золото? Давайте мне патроны, аптечки. Ну, блин, золото потом дадите. То есть не до золота. Вы понимаете, что мне их мало, нужно накапливать. Или вы тупые, блин. Я, конечно, мог бы этих лучников тупых... Блин. Я просто боюсь, что оттуда могут эти дебилы выпрыгнуть. Просто боюсь. Да и пофиг на них. А, так они нас ждали. Я не застал, я просто отступаю. Это тактическое отступление. Это не трусость. Блин! Сделал так, да, поп, тебе на. Вот так вот их. Да что такое-то? Я же стрелял. Вы должны умереть, тупаки. Читаки, блин. Где золото? Блин, еще набегает партия дебилов. Партия педиков. Вот, вот я о чем и говорю. Они отсюда, блин, выпрыгивают. Не, ну вряд ли они отсюда выпрыгивают. Вот, вот чего я боюсь. Они сейчас Эшли, блин, схватят и дело с концом. Не дай бог, конечно. Ё-моё. Так, не, уйди отсюда. Ну, а тебе? По челюсти. О, вот это мне вообще радует. Патроны от винтовочки. Нет, пожалуйста, не насилуйте. Я боюсь вас. Как зубную фею. Черт возьми. Вот сейчас нужно объединить усилия. Блядь, ребята, я вас побаюсь. Блин. Я же говорю, что они оттуда появляются. Блин, у меня... Не закончились патроны. Ёпта. Мне остались только от... Иди ты сюда. Я волнуюсь. Я очень недоволен, то, что вы такие плохие ребята. Хоть намного прибавить. Спасибо за патрончики от пистолета, мне это радует. Ты кто стреляет-то, я не пойму. Блин, придется патроны от винтовки потратить. Я этого не хотел. Черт, как же второго убить? Второго вообще там дропает стоит. Ну, очень мне. Блин, ё-моё, что делать? А, там же будет контрольная точка, так что все нормально. Там же контрольная точка-то будет. А, тут же и мы-то еще это самое. Еще не сбили по чата.
О, меня это уже радует. Спасибо, разработчик, как я говорил в прошлой части. Так, я напоминаю еще раз, что у нас уже даже третья серия. Кто его знает, сколько серий будет, больше, в первом или во втором сезоне? А в первом сезоне было 12 серий, а во втором сезоне я не знаю, сколько будет серий. Бог его знает? Мы узнаем это потом. Нахрена я использовал траву? Ну ты дебил. Не смейся, по Шенди это лично, это так. Нажимаем на фиг знает какую кнопку. Сколько там времени уже прошло, пока я там нажимаю? 15 минут. Ёб твою мать! Что делать? Иди отсюда, пожалуйста! Я боюсь! Нет, ты меня не схватишь, гомик. Ты меня не схватишь, меня бедик. Что такое? Я бью-бью, ему пофиг. Что за дебил какой-то скриптовый? Иди отсюда. В натуре, что за человек? Такого не может столько выстрелов выдержать. Кем бы он ни был, хоть, блин, президентом Америки, нахрен. Ну все, тут вроде контрольную точку уже должны дать. Я уж вообще... Я забыл вообще про этих дебилов. Не, реально, я вообще забыл. То, что эти дебилы с косами появятся. Молодец, я и так знаю. Только у меня есть одна небольшая проблема, ёпта. У меня... нету патронов от винтовки. Дайте мне патроны от винтовки. Я знаю. Так, отлично. О, у меня их целых... так, 10, 11, 14 патронов. Думаешь, мне хватит на 14 патронов? Я думаю, да. Итак, сейчас будет такой тоже один сложный момент, но благо нам тут должны дать контрольную точку. Мы просто ее так подсаживаем, и она там открывает рычаги, которые поднимают два моста. И когда мы поднимем, мы сможем пройти вперед. Так, и тут начинается такая жесткая херня. Извиняюсь за... Какой? Так, вот делаем. Только, пожалуйста, не возрождайся, тут у вас плага ступорылый. Делаем вот так вот. Ну вот, вот эти дебилы меня бесят. Ну, вот реально. Вот бесят. Ну, вот чем бесит то, что я тех бью, а эти меня бью. Пошел ты! Кого я там бью? Я... Ну тупни, тупни, это тупни. Ну в реале. Ну, благо, как я уже говорил, начали отсюда. Что такое-то? Люблю не могу попасть. А, у меня же патрон от ружья есть, что не перезарядил-то? Ну, конечно. А тут от винтовки. Специально дали патроны от винтовки, чтобы было легче проходить. Да я знаю, я уже миллион раз ее экипирую. Так два рычага, это Эшли Вентура так медленно их активирует. Я бы их вообще с два счета в таком раскладе бы активировал. Я знаю, я знаю. Нет. Ты гомик, ты педик. Ты должен умереть. Блин, куда я вообще смотрю? Так, уберем. И появляются они неприятные дебилы, которых мне хочется просто делать нахрен. Так, на, и укрытие.
пока они там лежат, можно так вот сделать. Ты охренел. Ты пошел ты. Блин, у меня остался 11 патронов. А, нет. А. Даже чуть побольше. Так, кто там у нас впереди есть? Вот этот дебил. Ну, прям тебе по роже, нахрен. Прям как чётенько, да, получилось? Так, один мост мы уже подняли. Ну, тут нас какой-то дебил ждет. Мы его сейчас с пистолетом. Так, вот дело. О, да от них золото дают. Охрененно. Чего? Вы шутите? Идите, иди отсюда. Так вот делаем. Да что ж вы мне как комики то крутите за вторую? Где комики вторую надо кружить? Ладно, эту аптечку я применю, Эшли. Ставим снова винтовку. Так, вот этот дебил тут, блин, а! Ну и где же он? Так, вот еще кто-то идет. Она его когда-нибудь хоть поднимет. Да. Прошел год. Ну наконец-то, ёпта. Так, а где звук? Я слышу, я не глухой. Сейчас было небольшое прерывание. Но ничего, я это видео склею. Все нормально. Это сделать. Блин, у меня походу видеоплагин тупит. Сколько времени прошло? 22 минуты. Так, все, направляемся дальше, пока там у меня вообще видюха не сгорела. Не дай бог. Так. Ты быстрее, ты беги. Блин, тут же аптечка есть. Пожалуйста, не тормози, я прошу. Видеозахват. Блин, видеокарта тупит. Тут меня вообще бесит. Когда новая подойдет, уже задолбали. Как туда дойти? А, вот. Дойти. Тормози, блин, из-за того, что видюха, блин. Блин, что за бред? Почему у меня опять она по 100 раз видео запускают? Да и, блин, что ж такое-то, а? О, вот, кстати говоря. Давайте мы для нее используем. Зеленую траву. Так, и все, теперь мы еще зайдем вот в ту дверь, заберем там все нужное, и нахрен отсюда уходим, и сохраняемся в игре и заканчиваем видео. Так, во-первых, по двум причинам. Первое, то, что у меня видюха крашится, а второе, то, что у меня что-то с захватом видео. Точнее, время. А второе, то, что время уже поджимает. А, это не видюха крашится, это, короче, это. Это, короче, опять эти тупые вирусы. Браузер. Так, все нормально. Все, заходим. Ну, Берей, ты иди, что такая медлительная? Дети учили бегать. Вам же на свалке. Конец. Итак, и тут нас ждет сохранение. Ну, мы сейчас сохранимся, соберем все предметы в следующей части. Ничего покупать не будем, потому что в натуре, ну, блин, проблемы у меня, в общем. Все, быстрее сохраняемся. Да, придется мне много видео склеивать. Так, тут сокровище, собьем его в следующей части. Итак, я извиняюсь, что так вот видео получилось. Зато все проблемы эти решу с этим видео. Это была у нас третья серия второго сезона. Надеюсь, она тебе понравилась, мальчик. И тебе, Димыч, надеюсь, тоже сейчас сможет это видео. Итак. Ну что, это канал Фиг знает что, с вами был я, Кирилл. Это уже второй сезон осень. Всем удачи и пока. Все, счастья, решу все эти проблемы, и все будет норм. Все, всем пока.
Блин, придется немного видео склеить, сука.